Косихинском районе без тепла остаются два социальных учреждения – детский сад и школа. Более того, сейчас в общеобразовательном учреждении ведут ремонт и меняют трубы отопления. Дети мерзнут, у меня уже снова ребенок заболел. Кашляет, пока, ну ходим. Никто ничего не говорит, бригады плохо работают. Тут я слышала, что наша администрация ходила, ругала там бригады, но авосными там. По периметру школы вырыты траншеи под трубы, вокруг самого здания лежат деревянные рамы. В здании в октябре меняют окна. В этом учебном учреждении занимается около 600 детей из самого райцентра и еще нескольких сел. Родители школьников рассказывают, прежде им говорили, что ремонт закончится не позже сентября. Но реально в середине первого месяца осени он только начался. При этом без тепла остался и детский сад, который подключен к той же теплотрассе. Сейчас занятия для воспитанников приостановлены. По словам учителей, температура в школьных классах вполне приемлемая – 18 градусов. Поэтому школьный процесс не остановили, время уроков не сократили. По словам исполняющей обязанности директора Косихинской школы Татьяны Штайгервальд, начало ремонта затянулось из-за поиска подрядчиков. Но руководитель заверила, что 16 октября им должны запустить отопление.